Хотя всего 84-го года рождения Винни. 33, 22 года. Своя школа. Винни Магалайш. BGG. Но здесь у нас Extreme Couture все-таки написан. Не, но... Как и есть. Да, да, он представляет эту команду. И Гордон Райан. Его дебют в ACB. Всего 4 поражения у Гордона. 2 от Филиппа Пена. Никогда еще не встречался он с Винни. Посмотрим. Очень активная схваточка, очень-очень. Ну и в ноуги не может быть неактивной схватки, вы сами понимаете, да? Здесь нету таких сковывающих факторов, как кимоно здесь. Даже если вы попадете в позицию 50-50, о которой я столько говорил, нету таких сковывающих факторов, да. Еще раз же, которые 50-50 могут осложнить все ты это дело. Ты за кимоно не зацепишься. Да, здесь все-все-все очень на скольжении проходит. Гордон, конечно, заматерел. Да, резко он поднабрал физическую форму. А его младший брат является, так понимаю, рекордсменом, 16 лет, самый молодой участник ADCC. В первой схватке попал на очень-очень-очень тяжелого соперника Эйджея Агазарма. Ну, Эйджей, конечно, на правах намного более опытного человека, его просто на опыте выиграл. Эйджей тренируется столько, сколько Ники Райану лет. Винни Магалайш получил 2 балла. 2 балла. Ну, посмотрим. Я бы понял, если бы Винни Магалайш сказал бы, что армбары не работают после схватки с Вердумом, это еще как-то звучало бы. А вот, конечно, когда ты борешься... Ух ты, какой шикарный проход циркулем. Шикарно, 3 балла. Честно, я отдаю предпочтение... Ну, я по чуду, мне кажется, что Гордон как будто бы чуть больше шансов имеет выиграть. Но я хотел бы, конечно, чтобы Винни выиграл. Мне Винни как-то больше нравится. Сайд-контрол. Очень плотно Винни Магалайш схватил правой рукой под голову, левой рукой. Ну, нельзя это назвать андерхуком, потому что он особо крючок-то под руку не сует, но рука инстинктивно в положении андерхука. Очень плотный контроль от Винни. Запомнился он нашей русской публике, когда со скандалом ушел из М1. Не знаю, знаете его почему, в принципе. Ну, возможно, у них там какие-то контрактные, что-то, но он это описал так, что типа вот я дрался, когда... Я не помню, с кем он дрался, с русским парнем, когда он выиграл титул, да? Что Вадим Финкенштейн, ну, открыто, явно поддерживал того. Типа, ну как, типа, президент организации может отдавать предпочтение, как бы, двум бойцам. Типа, вы никогда не увидели, что... Вы никогда не увидите, как Дана Вайт там откровенно хочет, чтобы один человек выиграл. Ну, понимаете, это же как-то непрофессионально, да? Ну и ладно. И, в общем, он выставил фотку в Инстаграме, как он свой пояс М1 засунул в унитаз и сфоткал. Вообще, мне кажется, то, что Дана не раз показывал, каких бойцов он поддерживает. Конор, да? Не-не-не, ну ты понимаешь, что на тот момент, когда Винни это сделал, Конора никто не знал. Да. Конор тогда, наверное, даже с Деннисом Сивером. Не, он тогда даже UFC не был. Итак, у нас на хил-хук. На самом деле, позиция не самая лучшая для Винни Магалайша, потому что Гордон Райан здесь уже 1000 раз был и 999 раз выходил отсюда победителем. Но у него минута и 15 секунд на то, чтобы... А хил-хук это дело пара секунд, вы же знаете. Посмотрим. Винни пока что просто благополучно защищается, но позиция прямо откровенно, да, откровенно ухудшилась. Но посмотрим, верит ли то, что хил-хуки не работают Винни. Судя по тому, как он улыбается, да. Вспомнил свои слова точно. Да, ноги у него такие же гибкие, как руки.
Но позиция, честно говоря, ужасная с точки зрения расположения правого колена для Вини. Честно говоря, я бы на его месте так не улыбался. Мне кажется, может быть больно. Я к тому, что дело не в том, что я не улыбался. Я постарался как-то выйти из этой позиции, а не просто сидеть и ждать, пока тебе там ногу покрутят во все стороны. Да, но с него, вот я вижу... Пот. Рекой. Мне кажется, Гордон удивлен, то, что до сих пор он так хорошо крутит, а от Винни, ну, все как с гуся вода, действительно, с него стекло. А Винни очень гибкий, очень пластичный, ну, прям, не только схватка с Вердом, я бы сказал, он же боролся, кажется, это не Тамарис был, он с Кином Корнелиусом боролся, чтобы вы понимали, Кином Корнелиус ему сел в маунт, вот так вот, в маунте ему руки вот так вот ломает, да, ну, как будто бы надо поменять чуть-чуть тактику, советуют Джош Хингер и Драйсдейл. И думаю, то, что на Винни Магалайше, они скорее хил-хуки его, скорее всего, не сработают. Я вообще не помню, чтобы Винни проигрывал сабмишнами, если честно. А мы сейчас скажем, как часто Винни проигрывал однажды. Кому? Из 20 раз. Сейчас... Ну, просто как вообще? Что это было? Треугольник, наверное, удушение, треугольник или со спины, наверное, да? По-моему, рирнекет чок у него был. Но я сейчас уточню. Не хочу я просто так голословно разбрасываться утверждениями. А Винни выглядит, как будто устал, посмотри. В такой темноте не понял, куда пропали спортсмены. А Винни хитрый. Вело странный. Ну, вы сами все видели. Я не буду озвучивать то, что сейчас произошло. Вы просто сами все видели. Choke from back. Ну, в общем... Да, удушение со спины. Причем, по всей видимости, вот такое. Cross choke from the back. Потому что так бы его rear naked назвали. Ну, да. Я же говорю, таких гибких только душить можно. Ну а у Гордона Райана справедливости ради 46 побед, 38 сабмишном, и ну не привык он. Да, у него там вводить до очков, хотя сейчас не о победе по очкам пока речь не идет. Ему надо как-то нагонять. Винни Магалайш в первом раунде очень хорошо выглядел. Пока Гордон придерживается, судя по всему, своего стандартного плана. Да, пытается зайти под соперника, возможно, забрать одну из ног, и уже там будет, что будет. Так, 38 сабмишенов, ты правильно сказал. Из них 9 rear naked choke, 9 внутренний heel hook, 6 обратный треугольник, и уже там по 2 нибар, кимура и дальше. Так что он по 9 раз как со спины, так и с heel hook делал. Эту сводку мне предоставил мой ученик, который переживает, что я не люблю Гордона Райана и наговорю на него, что он кроме скруток пятки ничего делать не умеет. Ну, конечно, я так не считаю. Гордон Райан – боец с разнообразным техническим арсеналом. Да, умеет крутить пятки как внутренние, так и внешние. This is a 95, a plus 95 kilos mat, right? I think so. Plus 95? I think so. Yeah, I think Vinny might be slightly heavier than Gordon. Oh, I think so. Yeah, Vinny, but Gordon's gained a lot of weight over the last year or so. Remember, да, Винни, говорит, потяжелее чуть-чуть, чем Гордон. Причем, ну, Винни, вы же понимаете, он... вот я не знаю, как это слово назвать. На английском они говорят naturally heavyweight, то есть, ну, натурально тяжеловес, да? Как по-русски это слово сказать, что он вот изначально как бы в том весе? Неважно, вы поняли, что я имел в виду? Ну, просто, ну, я не знаю, как одним словом сказать. Ему не приходится гонять. Как бы он изначально примерно 95-98 весит. Да. А Гордон, конечно, пришел с 88, он, в принципе, наращивал всю эту массу. То есть, это не его естественный вес. Естественно. Естественно, вот. Действительно. Да. Ну, да, вы нас простите, но без 15:05 утра, да, сложно играть в подбор слов верный.
вылетает из головы просто, и не хочется, что попало, говорить. Да. Потом из песни слов не выкинешь. Ну, Гордон, даже если вы напишите в Google или Яндекс Гордон Райан, посмотреть его фотографии, то ну, большая часть фотографий, где он... В короне. Конечно, в короне, это, во-первых, а во-вторых, да он там несколько меньше. Да, логотип на спине в короне, посмотри. Типа Гордон Райан джиу-джитсу. Не люблю людей, которые вот так вот начинают зазнаваться. Да. Но будем все-таки беспристрастными и просто последим за тем, как Винни Магалаеш показывает Гордону Райану то, что теплого приема ждать здесь не стоит, да. И то, что пятки он не покрутит. Винни ему, мне кажется, так ничуть подудил. А представьте, если Винни Магалаеш сейчас подойдет на пятку. Вы просто себе представьте, если Винни сейчас... Я просто заметил, как он левой рукой на секунду так сделал. Я думаю, неужели он действительно подумал об этом? Не, Ники Райан с ребятами по фамилии Мияо вообще никак? Ближайшие лет пять нет. Ну, они просто совсем по-разному борются. Они как будто двумя разными видами спорта занимаются. Мияо занимается джиу-джитсу, Ники Райан занимается скруткой пяток. Ну, не, у него серьезное джиу-джитсу, он делает и треугольники, но просто у них вот у Мияо и у Райана, но джиу-джитсу абсолютно на разном уровне. Понимаете, Ники Райан на Эйджея Газарму проиграл. Ну, причем проиграл как бы, ну, вообще в одну калитку безоговорочно, там понятно было просто, ну, как взрослый парень, знаете, избивал вот, вот мальчика маленького. Гордон, действующий чемпион ADCC, 88 килограмм. Винни Магалаеш в этом году, конечно, чемпионом стать не смог. Он, кажется, только третьим стал. Но абсолютно с каждого турнира ADCC привозит какую-то медаль. То первую, то вторую, то третью. Итак, остается 3,5. Ну ладно, 3,45 до конца этой схватки. И потом начнутся самые горячие схватки. Это Леандро Ло и Аргис. И Бучеча Роша. С Маркусом Алвиде. Причем, если вы посмотрите, Бучеча и Роша лицом чем-то чуть друг на друга похожи. Я даже одно время думал, что они братья. И просто у кого-то спросил, и другой рассказывает. Блин, их постоянно спрашивают, типа, они братья, и они бесятся. Потому что они... Ну, как-то они такие, знаешь, как бы соперники. И так... У нас сегодня сколько таких пересечений? У нас были Родриг Капарал и его старший брат. Да, да, да. У нас были сводные братья. А тут они как бы между собой, понимаешь, да. Борются постоянно. Ну, сейчас увидишь, когда они будут выходить, у них реально как бы побочный эффект на лицо один. Итак, Гордон у нас в своем коронном положении. Вон, Гарри Тоннен ему активно подсказывает. Гарри Тоннен и Джон Данахер невозмутимо просто смотрит на это все. И посмотрим, может, хил-хуки работают в исполнении Винни Магалаеша. Я не знаю, почему Винни сейчас получил два пенальти. Ну, неважно. Схватка вроде бы нормально проходит, так без сильных попыток тормозить ее. Заторможение схватки оба получают. Это значит, что-то не то сделал. Хватает, не так. Нет, ну, заторможение схватки не всегда двое получает. Это если двое ничего не делают. А бывает, один старается, а другой ничего не делает. То есть пенальти, чаще всего пенальти дают одному человеку. Двум людям редко пенальти дают. Это только, если ты только вы себе. Если ты лежишь, ничего не делаешь, а другой старается, значит, другой тебя побеждает. Не, ты не понял. А, вот, допустим, я лежу в гарде, держу твои руки, да? И не пытаюсь делать треугольники, не пытаюсь делать свипы, я просто тебя держу. Ты пытаешься пройти, я просто вот не даю тебе пройти. Это пассивное ведение борьбы. То есть, если ты не защищаешься больше, чем несут тебе угроз, это пассив. Понимаешь, вот пассив начинается, когда закончилась атака соперника и не началась твоя. Вот между концом атаки твоего соперника и началом твоей, это и есть пассив. Если тебя не атакуют, тебе незачем защищаться, ты должен атаковать. А излишняя защита, это и есть пассивное ведение схватки. Минута 20 тем временем остается.
Что-то мне подсказывает, что Гордон Райан корону оставит на этом татаме. Если сейчас за минуту. Интересно, он себе такую прическу сделал золотистую, типа у него корона на голове? Вот я об этом тоже думал, но пока, кажется, он сделал себе такую прическу, чтобы Винни было удобнее его за нее хватать. Попугай Кеша такой, да? Ну, шкирка. 45 секунд просят оставаться активным Винни, его корнермена. И мне кажется, это Эдди Браво. О, если будет третий пенальти, он потеряет очко. Но Винни, в принципе, не сказать, что ничего не делает. Он реально старается, атакует. Как минимум, нету откровенного пассивного ведения схватки. Ах, я уже думал. Итак, схватка подходит к концу. Winner by points. Vini. Magalhães. Гордон Райан так показывает, как будто. А почему? Вот вам дебют ACB.